Смена приоритетов. Сегодня на перекрестке улиц Ерубаева и Ермекова меняли знаки и убрали дополнительную секцию светофора. Теперь главной дорогой в данном месте считается улица Ерубаева. В связи с чем решили сделать замену, ведь у водителей проезд по перекрестку не вызывал трудностей, выясняла Ирина Вовищевич. С самого утра на пересечении улиц Ерубаева и Ермекова кипит работа. Сотрудники компании «Караганда Автотранссигнал» в спешном порядке меняют дорожные знаки и убирают дополнительную секцию светофора. Мы меняем знаки, убираем дополнительные стрелки, и направление теперь изменилось, а теперь главное будет по Ерубаева улице. Ранее тут была главная дорога. Это поворот Ерубаева-Ермекова. Теперь же, судя по знакам, главная дорога прямая, и это улица Ерубаева. На такую замену пошли после решения, вынесенного совместно отделом ЖКХ города и сотрудниками дорожной полиции. Новых знаков не устанавливали, их просто поменяли местами. Также внесли изменения в работе светофоров. Сняли светофоры, дополнительные секции. Поменяли, изменили время на светофоре. Это тоже как бы, по времени это очень много. В связи с чем решили убрать эту стрелку? Руководство, обращайтесь к руководству. Какая надобность возникла на данном перекрестке, чтобы менять приоритетность движения, непонятно. Ведь у водителей этот разъезд не вызывал трудностей. За получением ответа мы обратились в отдел ЖКХ города Караганды. Ранее поступали жалобы от жителей, пешеходов, которые переходили дорогу к клинике Дипнера. То, что машины, которые поворачивали с Ерубаева на Ермекова на постоянной стрелке направо, они не пропускали их, несмотря на то, что у пешехода был зеленый свет. Было принято решение убрать дополнительную стрелку, так как она также вызывала аварийную ситуацию, когда с улицы Ерубаева хотели повернуть налево на улицу Ермекова. То есть, да, по улице Ермекова одна полоса, то есть две машины одновременно хотели заехать на эту полосу. И чтобы повернуть налево на улицу Ермекова, встречному потоку приходилось ждать, пока ему пропустит все поток. Основной причиной изменений послужили жалобы пешеходов, а также возросшая интенсивность движения на данном участке. Напомним, что дороги Пичугина, Ермекова, Ерубаева отремонтировали, и водители с удовольствием выбирают данный маршрут для движения. Мы вот анализировали, считали пешеходов, считали количество машин, что данный перекресток уже стал сложным. В рамках содержания светофоров, дорожных знаков, как бы это не стоит таких больших денег. Но результат оно должно дать, эффект тоже безопасности. В первую очередь это безопасность жизни пешеходов и водителей. Водители говорят, что данное изменение на дороге своевременно и не должно возникнуть ситуации, когда автомобилисты по привычке будут ездить по старинке, ведь перекресток регулируется светофорами. Нормально. Потому что изменилось движение, поток машин увеличился. Вот это стало более проходимая улица, а там больше тупик. И вот это, вот я считаю, главное, все правильно. Что, светофор разве уберут? Нет, постоянно. Ну вот все, главное, чтобы светофор работал. Исправная работа светофоров имеет большое значение. К слову сказать, в момент проведения сегодняшних работ, по свидетельству очевидцев, светофоры отключили, а регулировщика не выставили, и сразу произошло ДТП с участием двух иномарок. Ирина Вобищевич, Дмитрий Оборок, Наталья Заяц, 5 канал.